Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Приглашаю вас на прекрасное центральное побережье Калифорнии. Сегодня мы отправимся в живописное путешествие по дороге номер один, которая приведет нас из очаровательного города Санта-Мария к захватывающей дух точке на берегу Тихого океана, где обитают морские слоны. Приготовьтесь увидеть диких животных и захватывающие виды, которые ждут нас в этом незабываемом путешествии. Отправляясь в путь, мы оставляем позади городскую суету оживленного города Санта-Марии, погружаясь в безмятежную красоту калифорнийского побережья. Otherwise known as 1 or 101, depending on who you talk to. And we're above Santa Maria, which is where it really starts to get beautiful. Извилистая дорога ведет нас через холмистую местность, украшенную золотыми травами и живописными виноградниками. Теплые лучи солнца омывают пейзаж, заливая окрестности волшебным сиянием. На нашем маршруте нас встречает красочный гобелен из полевых цветов, ярких мазков самой природы. Нежные лепестки мягко покачиваются на ветру, добавляя нотку причудливости пейзажу. Когда мы приближаемся к побережью, нас ждет ошеломляющее откровение. Горизонт разворачивается, открывая бескрайние просторы Тихого океана. Мы сталкиваемся с оживленным присутствием чаек, наблюдающих за нами и грациозно парящих над головой. Их крылья скользят по воздуху с непринужденной элегантностью. Океан такой сильный, ветер сильный. Натыкаемся на восхитительный сюрприз – очаровательную группу белок, резвящихся среди прибрежных пейзажей. Мы уделяем время общению с природой, устанавливая контакт с этими пушистыми и смелыми существами. Здесь, где Земля встречается с океаном, мы находим настоящую жемчужину центрального побережья, место, где обитают морские слоны.
на могучих морских слонов, греющихся на солнце и наслаждающихся прохладным океанским бризом. Эти невероятные существа с их внушительными размерами и уникальными особенностями очаровывают сердца всех, кто становится свидетелем их присутствия. Мы всего лишь скромные зрители в их мире. Со специальной смарт-травой площадки мы можем наблюдать за этими замечательными животными в их естественной среде обитания, за их взаимодействием и поведением, позволяющими заглянуть в их ленивую жизнь. Это действительно впечатляющее зрелище, которое оставит вас в восторге. Продолжая наше путешествие, по неожиданному повороту событий мы натыкаемся на уникальное зрелище – стадо величественных буйволов, мирно пасущихся на живописном лугу. Мы восхищаемся сочетанием этих великолепных существ, напоминая о разнообразной дикой природе, которая называет этот прибрежный регион своим домом. День подходит к концу, и мы сталкиваемся с безмятежным моментом, с семейством элегантных оленей, грациозно двигающихся по залитому солнцем полю. Их деликатное присутствие добавляет очарование пейзажу, напоминая нам о гармоничном существовании между природой и очарованием Тихого океана. Красота этого момента напоминает о чудесах, ожидающих тех, кто отправится в это живописное путешествие. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Встретимся в следующем фильме и познакомимся с американским городом Камбрио. Ваша зажигалочка.